номеров. Ну и пускай хоть сейчас не пускай. Ну вот, стали выгружать. Бутылочку ёбнул, перед тем, как выгружать. Мало показалось. Он мне говорит, бать, тебя теща-то уважат мои. И вот теща, сбегай, бутылочку не стерни, у них хорошая космогонка. Я пошел, блядь, без звука. Дали еще бутылочку космогоночки, въебали. Опять мало, блядь. Две уже получается. Да, две въебали, мало. Ну и это... Он говорит, надо где-нибудь еще промыслить. К Сереге к Мирону сходили. Взяли пятихатку, сейчас взяли пивка, полторагу и бутылочку. Въебали, он несет мешок. То ли споткнулся, то ли я хуй его, из-за чего началось. И понеслось, блядь, туда-сюда. Сам ты, блядь, не такой, что я на мне. Я говорю, мне, блядь, 70 доходит. А тебе есть 40 нет, нахуй. Я говорю, Мишу, блядь, не можешь занести. Ну вот ты за этой хуйни. Бытовуха, короче. Да, все и началось, нахуй. А перед этим мы были у него в саду. Огород ему пахали. Ну, сад. Бытоблоков спахали все, нахуй. Приехали нормально. Никто даже ничего не помышлял, чтобы там тетерить или чего-то, нахуй. Нихуя, нормально все. А тут понемногу, блядь. Он, батя, у меня как в машине бутылочка. Может, шварканем? Давай. Ну и нашаркались. Вот он стою, блядь, давление. Не могу, нахуй. 10-10 давление было. Нихуя. Потому что это ураган три дня, да? Да. А я приехал, Алексей Иванович, нету. Думаю, нету. Вот ж я сегодня, я давай, говорю, приезжай. Ну ты молодо выглядишь. Ну так, я ничего, все чувствую. Каникулы у тебя были, да? Только давление. Да. Ой. А твой Альмадель в деревне-то. Пришел нарочно, столик журнальный выставляем на улице. Домой зашел, закуски взял, блядь. А мы что-то с женой въебали так, устали, как черти. Я идем-ка, я корефан тут я. По горщице кое-чего дал, я давай, говорю, сусадчик. Ну, это не я на самом деле, Алексей Иванович, не я просто передал. Ты мне дал из рук в руки. Иван с Москвы. Ну вот она. Евгений Лукин. Ну вот она это. Отец, я такой, ну вот прям на донышке чуть-чуть. Она раз, я, бля, рюмочку. А Света ходит поглядывает, я говорю, хуй кому, блядь. Во, говорю, хуй бычатей, блядь. Нихуя, говорю, блядь. Я говорю, по-скотски делаю, Сигера, я вас, блядь, напарывать буду всех, нахуй. Нахуй, говорю, у меня усрались. И молча свою машину загрузили, молча, газель один нанимает. Какая газель-то, вот семенеска, что ли? Ага, серна. Да, вот такую газель наняли, нахуй. А Валерка подходит, вот их водитель, ну я его знаю. Он подходит, Иваныч, а я в машине, блядь, бутылочку вожу. Где-то его там угостили, говорит, а я сам-то, говорит, не пью, нахуй. Нахуй, говорит, рамен уже начал разобьется, блядь. Ну, а если я подгоню, давай. И было под мне, опять подгон, нахуй. Я опять стоил журнальный, опять на улицу. Вот такая хуя. И молча. Даже нихуя не сказали, ничего, блядь. Само детское мы выезжали, все-таки родственники, блядь. Знаешь, прикол. Чего? Вот эта машина из Германии прям приехала. Нихуя себе. То есть это не то, что ее купили в Германии и привезли в Россию, а прямо вот. Ну я вижу наряд. В Германии. Это вот парень, он ее делает, да? Готовит к продаже. Нет, это товарищ у меня Ромка готовит к продаже. Гребенка мне сделали. А сейчас гребенка. Водяную-то. Вот мы приехали, сделали ее с июня месяца, блядь. А, здесь. О, я знаешь, что забыл. Пойдем. Чего? Пойдем. Мне Серега ставит. Корефан наш. Ну смотри, он тебе подарок передал. Опять? Ну, только не жидкостный, поверь. Смотри. Это ручки, говорит, Алексей Иванович, на дачу или там где-то. О, спасибо. Из липы. Они, я чувствую, они легенькие, красивые, ну, блядь. Вот. И мы еще шуруповертом прям, да, засверлимся? Конечно. Блядь. Все какая-то влетка, нахуй. Благодарю, мой друг. И спасибо большое. Серму, да. А вот... Вот заказчик на Outlander. Это прям планер. Чистый. А это что? Планер. А это нам с тобой. 14-летний. О, это пока его бери. Да. Я пока. Его Юра уже вот туда вот. Замастырил. Вот сюда. Вот в эту. А что, это сейф? Медпункт. Это медпункт у нас.
видишь, у нас магнитики. Магнитики, какие он куда вот его затетерил. Я говорю, ну поверни-ка мне его. Нет, непременно, нам с тобой с булочкой. Да, ты давай здоровье поправлю. Да, поправлю, мы с тобой это. Вот еще монетку в гараже порядок наведу. Да, я тоже немножко сдвигусь, и мы с тобой это. Сережка, блядь, это. Вечер встреч. Сережка распсиховался, блядь, сегодня. Блядь, ну что, говорит, у нас в гараже какой бардак, блядь. Я говорю, он мне нахуй не нужен. Надо тебе? Наводи порядок, блядь. Ебаный. Давай этот гараж продадим, купим два где-нибудь в 30 ГСК. Я говорю, нахуй мне твой 30 ГСК нужен, блядь. Я говорю, у меня здесь акрифан, блядь. Я тут, блядь. Там как отшельник будешь. Да, да нахуй он мне усрался там, блядь. Я надо тебе, покупай. Бери кредит, покупай нахуй. Да там говно, а не гаражи, блядь. Он. Вот, вот тут подкапывает, вот тут подкапывает. Я говорю, вот Диман Щепакин появится. Я говорю, подойди к нему и узнай, сколько он после нас прикрывал раз, блядь. Ты, наверное, раза три прикрывал. И Санька вон этот, ремонтик Сашка, он там здоровый-то. Да, да, да. И он тоже так же, как и ты, раза три прикрывал. Я говорю, а ты что, блядь, ну вода, блядь, она найдет. Где и капнуть? Ой, там была вода. Да. Я что, уж у тебя прям, блядь, ручьем идет, что ли, нахуй? Ну, подкап, ну и хуй с ней. Я говорю, что у тебя, блядь, дорогие машины что стоят. Загоню я своего. Да никто не сгоняй, нахуй мне это нужен. Ну, ты как, не разучился играть? Ну, пойдем, научу. Ну, дел много. Ну, ладно, я завтра подойду. Да, подойду завтра. Да разгребаться надо, Диман, я заеду. Ну, я тебя искренне рад видеть, Алексей Иванович. Да, ну, это хорошо. Ну, как ты тут у Жабы погулял? На днюхи. Да, что посидели, потарахтели. Кого на фронт забирают, кого нет, кого туда, кого сюда, так, что-то побеседовали. У тебя двое детей? Да. Не заберут? Четверо, если не заберут. Я честно, мы с Дениской Тимошенко сейчас созванивались. Я бы в ремзону какую-нибудь пошел, в рембат, и все. Дай-ка я крутить могу. Меня награждали как лучшего сборщика. Газики я собирал 33.07. Ну вот и Сережа подошел, бать, наверное, когда забрели. Тимошенко говорит, есть еще, я прям... Я говорю, нихуя тебя ничего не забрели. До 35 лет там приезжаешь. Да, я говорю, во-первых, а во-вторых, у тебя двое детей, нахуй. На кого ты их спасаешь? Трое детей и четвертый, 22-я неделя. Вот тогда уже точно. Ну, я разберусь. Ну, куда деваться? Я бы пошел бы вам. А я был бы малор, я сам пошел. Пошел, нахуй. Священный. Я сам пошел. Я вот не косил, у меня военник честный, постоянно здоровье. То есть я не купал ничего. Что ты здоровьем? Секрет. Ладно, понял. Ну ладно, давай снимай. Пойду домой скажу. Я сейчас жрать не хочу. И я вот тоже хочу сейчас сказать. Пойду видео вот с Митсубиси снимать. Давай, давай, давай. Ну я искренне тебя рад видеть. Да. Надо нам повышать жизненный тонус, да? Прячь, обязательно мы с тобой это создадим. Да. А это? Ну, кухмастер какой-то, ну не знаю, это итальянский соус. Это красивый кухня. Красивый. Заебали. Я сейчас подошел, я мелко спрашиваю, я говорю, это кубик Диманчик. Да, я, блядь, красивый. Ну, третье место. Ну, зато место. Какое это место? Да, это бронза. Это не место, это просто бронза. Да, я понял. Вот. А это на гибридной машине. То есть у нее получается. Она может работать и на бензине, и на аккумуляторах. Смотри, у нее вот обычный бензобак. И вот еще бензобак. Ой, не бензобак, а сюда розетку электрическую вставляют, все, и попер. Электромобиль. Да. Немножко работает нежно, прям. Так. Мне только нечего.